13 июля в конференц-зале администрации из вновь избранного состава Общественной палаты городского округа Пущино собрались 14 человек. В этот день срок полномочий предыдущего созыва прекратился. В ходе первого пленарного заседания нового состава необходимо было избрать председателя палаты, его заместителей, утвердить регламент, перечень профильных комиссий. С приветствием к представителям независимого коллегиального органа обратился глава города. Поздравляю всех с избранием в состав Общественной палаты. У нас новый состав. На мой взгляд, состав очень хороший. Вы активные люди, знающие город, болеющие за город. Сразу хочу сказать, что Общественная палата – орган независимый. Тем не менее, очевидно, что ее работа нуждается в определенном сопровождении, определенной помощи. Организационной, технической, может быть, административной. Мы эту помощь окажем и будем оказывать, стараясь не вмешиваться во внутренние дела Общественной палаты. Иван Витальевич пожелал членам нового созыва Общественной палаты города быть активными, конструктивными, объективными и открытыми. Затем выразил благодарность пресс-секретарю администрации Пущино Наталье Суминой за организацию и сопровождение сложного процесса формирования состава Общественной палаты. Диана Ларионова, как бывший председатель Общественной палаты, выразила готовность оказать поддержку и необходимое содействие в работе независимого коллегиального органа. Сегодня закончился срок полномочий нашей предыдущей общественной палаты, формально именно заседанием вашим новым, да, сегодня я сложила свои полномочия. И я хотела поблагодарить тех, кто прошел этот сложный путь, тех людей, которые были рядом со мной, и членов общественной палаты, тех, кто с нами взаимодействовал. Очень многих членов общественной палаты прошлого созыва я вижу сейчас с нами, и я тоже очень этому рада. Спасибо вам большое за ваше неравнодушие, за продолжение вашей такой деятельности, за вашу активность. Пленарное заседание нового состава 13 июля вел Анатолий Еремеев. Постановили, что после детального ознакомления с действующими нормативно-правовыми актами Общественной палаты будет принято решение о необходимости внесения в них изменений, либо использования их в существующей форме. После поступившего предложения и обсуждения был избран председатель нового состава Общественной палаты города Пущино. Им единогласно стала Светлана Калмыкова, а ее заместителем назначили Андрея Аниченкова. Татьяна Смирнова, Андрей Михалин, Александр Шалатов, ТВС Пущино.